Муж певицы Валерии прокомментировал громкий скандал в британской королевской семье. Иосиф Пригожин высказался о 38-летней Меган Маркл, Меган Моркл. Бывшая американская актриса и внук британской королевы выразили желание отказаться от обязанностей и привилегий, чтобы стать свободными и финансово независимыми. Ситуация не оставила равнодушными даже звезд российского шоу-бизнеса. Продюсер и муж певицы Валерии прокомментировал решение герцогов Сассекских. Меган Маркл – единственная женщина в мире, которая вышла замуж за принца и превратила его в лягушку, отметил Иосиф Пригожин. Поклонники Иосифа принялись живо обсуждать его шутку, дав понять, что они тоже в курсе заграничного скандала. При этом, в отличие от чопорных британцев, многие наши сердобольные люди поддержали супругов. Нужно жить своей жизнью. Если не хочется, то нужно уходить. Он сделал правильный выбор, хочет быть свободным и жить так, как хочется. Вы же ничего не знаете про его жизнь в королевстве, а уже жалеете. Не стоит. Он счастлив, и это главное, будут жить в шалаше и дышать свободно, он сделал свой выбор, женившись на ней. Ради любимой женщины он выбрал свободу. В любом случае, ему в этой королевской семье ничего не светило, не от жизни хорошая она сделала такой выбор, лишив себя привилегий. Меган – суперженщина. И уйти от королевской семьи Гарри задумал еще когда потерял мать. Респект им, что смогли вырываться из этого ада с педофилами, наркотой, убийствами и реалити-шоу с живыми людьми, которых даже не спросили, хотят они в этом участвовать или нет. А заставили только потому, что родились в этой семье, каждый выбирает то, что близко ему. Они выбрали свободу, любовь и независимость, отметили пользователи в комментариях. В окружении пары заявили, что Меган настроена решительно в желании порвать с монархией. В то же время для принца Гарри это далось крайне тяжело. По словам близких, он убит горем. К герцогине Сассекской вернулось хорошее настроение, она часто улыбается. Меган начала выходить в свет в Канаде. Супругам предрекли огромные заработки вне королевской семьи.